Уже собрал полную корзину лисичек. Уж не стал показывать. Вот сейчас вторая корзина пошла. Нашел боровик. Тоже его не заснял. А вот сейчас вам показываю, какой он красивый. Дальше, смотрите. Стоит еще один боровик. Интересно всегда, как там ножка. Ух ты! Вот это да! И тут же рядом буквально сделал пару шагов вперед и был ошарашен этой находкой. А это уже, вот смотрите, вот это белый гриб-боровик, белый гриб сосновый. А вот это уже два классических белых березовых. Вот они, классические белые, самые обычные. Такого среднего возраста, но это они. Вот эта находочка.